К большому сожалению, невозможно не заметить, что за последнее время Россия и поклонники кино потеряли так много ярких актеров. К сожалению, не стало и сатириков, и музыкантов, и писателей. И вот новая потеря 2020 года. Недавно сообщили, что ушла еще одна звезда советского кино. Это советская белорусская актриса Любовь Григорьевна Румянская. Она не только играла в кино, но еще была и театральным педагогом. Любовь родилась в 43-м в апреле в Пятигорске. В 66-м году окончила Государственный театральный институт имени Луначарского ГИТИС. И буквально в том же году пришла на Беларусьфильм, чтобы воплощать яркие кинообразы. Она выступала и в Московском драматическом театре, где ее высоко оценили и зрители, и критики. Первые роли в кино достались ей еще в 59-м году. Тогда главная роль в фильме «Альпийская баллада» сделала ее всесоюзной звездой и даже принесла мировую известность, а также любовь и признание зрителей. Неудивительно, что и после этого ее приглашали в десятки различных фильмов. «Анночка», «Дорога на Любецель», «Венок сонетов», «Расписание на послезавтра», «Три таллера» — это лишь малая часть того, что воплотила Любовь Румянцева на сцене. Она многие годы была предана театру студии киноактера «Национальная киностудия Беларусьфильм». И именно там до конца своих дней блистательно воплощала в жизнь различные роли. Неудивительно, что ее коллеги по театру бесконечно скорбят об этой потере. В своем сообщении они написали: «Сегодня не стало заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой. Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. Мы сожалеем об этой потере вместе с ними. У нас еще много интересной информации. Подписывайтесь. Всего вам доброго».